Как известно, глава государства в ходе открытия аллеи литераторов 20 мая прошлого года обозначил ряд задач, в числе которых учреждение премии «Ильхам» для изучения жизни и творчества писателей и поэтов, памятники которым были установлены на аллее. В рамках недели праздника литературы в столице состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии. Напомню, на республиканский этап конкурса было принято более 180 творческих работ. Из них отобраны лучшие. Премию вручают молодым людям, кто достиг больших результатов в духовном, образовательном, научном и творческом процессах. К примеру, в изучении жизни и творчества поэтов и писателей, переводе их произведений, проведении исследований, на основе которых создаются фильмы и постановки. Победителю конкурса «Ильхам» подарили автомобиль «Спарк». За второе место премия в 30 миллионов сумов, а за третье – 15 миллионов сумов. 6 человек получили поощрительные призы. Особые стимулы – продолжить творческую работу и не останавливаться на достигнутом.